Я думаю, что внешняя политика пока не сформулирована даже в своих начальных каких-то принципах. И должен признать, что вообще в американской внешнеполитической элите резко упал интерес к Кавказу. И мне кажется, это отчасти проблема стран, которые расположены в этом регионе. Им надо опять выходить на американский рынок политический и говорить о своих интересах и о том, хотят ли они или нет каких-то изменений в политике США в отношении этого региона. Потому что на сегодняшний день у самих американцев, у администрации Трампа, руки туда не дойдут еще очень долго. И мне кажется, здесь без активной позиции региона, стран, которые там расположены, вряд ли будут какие-то изменения вот, в администрации Трампа. У них нет времени, нет интереса и нет понимания, а зачем, собственно, этот регион им нужен. У них и так достаточно плохие отношения с Россией. И если регион может в ту или другую сторону как-то повлиять на эти отношения, наверное, тогда у них возникнет интерес. Но экономически и с точки зрения безопасности сегодня этот регион им не интересен. Это, к сожалению. И мне кажется, это может привести к каким-то печальным последствиям для обеих сторон. Но тем не менее, вот эта реальность, которая сегодня существует. Мне кажется, региону надо занять гораздо более активную позицию, пытаясь сформулировать свой интерес во внешней политике США.